сын, не женатый. Шучу, шучу, жена есть, своя пива, все. Молодец. А чем ты занимаешься? Перевозки. Молодец. Чего? Транспортных услуг. Перевозки? Если хотите. Анна Карелкина в девичестве. Какого сейчас? У меня есть бабушка-дочка и один сыночек. А сыну, сейчас помню, 10 лет, а дочке 7 лет, первый класс. Пошла работать в гимназии, приводить своих детей. А 8 была Светлана Анатольевна. Я живу теперь, переехала из Ярославля уже в Зеленодольский район, работаю в школе администратором, работаю начальником пришкольного лагеря, очень люблю свою работу, немножко сделала отступление. Здравствуйте. Тюрина Ирина. Сейчас в Чистяково. Работаю в ДОСАГ. Я бухгалтер-кассир. У меня тоже двое детей, муж. Все нормально. Всем привет. Клещенкова Любовь. В 8 классе я ушла, до 10 класса не доучилась. Может, кто-то вспомнит, может, нет. Мы тебя помним. Замужем. Двое детей. Сыну 15 лет. Дочери. Сейчас вспомню. Бывший ученик 10 класса А. Змалеев Рамиль. Родился здесь, работаю здесь, в Рогазе. Женат. Имею дочку 12 лет. Тоже в первой школе. Учится, жена тоже работает там, так что милости просим. Давай, давай. Так, Леша Николай, живу в Казани, женат, дочь 15 лет, работаю судебным приставом. Молодец. Чемардан Рубляр, замужем, двое детей, живу, работаю в Казани. Молодец. Вот таланты. Галимова Шаня, все уж, наверное, знаете. Замужем, муж умница, дочь красавица, 18 лет. Ольга. Живу здесь. Работаю в водоканале, контролер. Дочь 15 с половиной лет. Второй 9. Исмагил Клишат. Живу здесь, работаю в Казани. Дочь от первого брака. 14 лет, учится в первой гимназии. Больше детей нету. Нагимуллина Ляйсан, теперь Зарипова. У меня двое детей. Сын уже в техникуме после 9 класса, корпоративным техникум. 16 лет. Дочка 1 класс пошла. Свободна. Господинова Бзэй. Замужем. Двое детей. Девочки. Одной 15. А фамилия как у тебя сейчас? Макарова. Не знаю. Когда была Макарова? С утра была. А брат на Бану Барен не замужем за Лешу нет. Чулпан Нарышина, сейчас Миникаева. Живу в Рамсабаде, работаю в федеральном казначействе. Дочь 12 лет, сыну 4 года. Замужем. Дочь у нее певица. Да. Молодец. Молодец. Такая. Молодец. По телевидению можете иногда смотреть. Да. Замалевана Руса Идрисовна, сейчас Фаридинова. Как же, живу в Рамсабаде, работаю в супермаркете Шуман, заходите, наверное, уже видите. И у меня дочь 16 лет, как я себя говорю, свободно. Сейчас Валеева, сократил свою фамилию. У меня трое детей, старший 13, младший год 3. Живу, работаю здесь. Молодец. Мунина Людмила, сейчас Егорова, замужем. У меня есть сын, ему 13 лет. Я работаю в фирме, которая занимается недвижимостью. Какая фирма? Пожалуйста. Я замужем Полизан, сейчас Макеева. У меня двое детей, старшему 18, младшему 11. Самый старший что? Среди нас. Самый старший, по-моему. Самый старший. Наверное. Работает в школе. Второй школе.
Мухаметова Рузиля, сейчас Глимзянова. Живу здесь, работаю в Сбербанке старшим юрисконсультом. Имею дочь, 16 лет. Учится в первой школе у Танзиле Глимзяновой. Завялова Елена Ильевна. Теперь живем в Тюльчах 5 лет, вот, переулок мужа. Двое детей, старше 13, младшему 7. Работаю в Апарсбанке бухгалтером. Меня сегодня эмоции переполняют. Я безумно рада всех видеть. Хочу выразить огромную благодарность, огромное сказать спасибо Танзиле Глимзяновне за ее огромное сердце, за ее нужный труд, за то, что за ее внимание ко всем нам. Низкий вам поклон, Танзиле Глимзяновне. Спасибо. Я в Сарманском районе. Я теперь Хатипова. Живу в Сарманском районе, старшему 16 и младшему вот год девочки. Трое у меня их. Всем здоровья, счастья, семейного благополучия. И еще Алла Берса, Алла Берса, даст Бог еще так встретиться в большом нашем дружном кругу. Привет, как я соскучусь, так я понесу. Давайте не забывайте, что летом, летом. Летом надо, летом.